Зачем Кузбассу нужна экономическая зона и что даст она людям? Сложно у нас положение в области. Имея все – уголь, руда, металл, цемент, золото. Да вся таблица Менделеева в области есть. Нищие, вот нищие. Ну, область нищие – это ладно. Но то, что люди живут в нечеловеческих условиях, вот в каких условиях, оно просто оскорбляет человеческое достоинство. Поэтому у нас выхода нет. Надо делегировать полномочия суда в область, центра. И в первую очередь лицензирование, материально-техническое снабжение, отдать часть прав по законодательству, внутризональному, вот, хозяйственному законодательству. У нас должна быть собственная налоговая политика, система льгот для совместных предприятий с иностранными, с которыми мы должны работать, таможня своя, визы. Вот тогда, когда мне развязывают руки и совету развязывают руки, мы начинаем сотрудничать с любыми государствами, с любыми фирмами. Мы сами все это в состоянии. И боль области лучше чувствуем, чем центр. Один только выход. Сделать Кузбасс зоной совместного предпринимательства, привлечь сюда иностранный капитал, инвестиции, передовые технологии, создавать совместные предприятия, акционерные общества, значит, коммерческие банки. У нас должны быть внешние экономические банки, филиалы. Они будут в единую систему входить с конечными операциями. И вот это, когда развяжем руки предприятиям, когда уже сам будешь знать, что все, ты за это дело отвечаешь, это, конечно, даст рывок. Выхода нет другого. Это не только мое мнение, это специалистов, ученых, многих депутатов.